В художественном музее открыли персональную выставку местной художницы Марии Михайленко. В своих работах она показала Север таким, каким привыкла видеть его последние годы. Подробнее в нашем сюжете. Мария Михайленко – художник, график, член Союза художников России. Активно занимается развитием культуры в нашем регионе. В художественном музее она уже в третий раз представила свои работы. Выставка о разном, но она, наверное, о моей любви к месту, где я живу, в первую очередь. То есть дальше идут в каждой серии какие-то уже более узкие размышления, либо вот на какой-то графический мотив, такой как розовый свет, который встречает нас в Заполярье в окнах жилых домов, либо это какая-то вот жесткая графика веток на белом снегу и так далее. Но в целом это о моей какой-то рефлексии на тему места, где я существую, где я живу, и на тему Севера в целом. Персональная выставка – это всегда волнительно. Художник гордится проделанной работой, но все же чувствует ответственность перед гостями. Никто из нас, помимо, наверное, актеров, не умеет очень хорошо и долго общаться и разговаривать с аудиторией, поэтому, конечно, когда приходит большое количество людей, ты перед ними стоишь, это всегда волнительно. Однако художник не существует без зрителя, и мы делаем работы в том числе для того, чтобы их увидели, их оценили и получить какой-то, наверное, вот этот вот фидбэк. В работах преобладают серые и черные оттенки. Таким образом, мурманчанка передает влияние полярной ночи на состояние души и тела. Но в продолжительной нехватке света тоже есть плюсы. По словам Марии, полярная ночь – это время уюта, когда можно зажечь свечи и уединиться дома с чашечкой горячего чая. Север в таком виде знаком многим. И этот образ, ты его раньше встречал, и ты его сейчас видишь вот точно так же, как ты его когда-то уже видел. И это все очень живые картинки, то есть ты понимаешь, что это часть жизни художника. То есть она это видела, и ты можешь это тоже увидеть сам, где-то гуляя по городу. Со знаменательным событием Марию поздравили ее близкие друзья, сотрудники музея, заслуженные художники России и даже в режиме онлайн один из первых наставников, преподаватель детской художественной школы. Художественный музей, в свою очередь, рад принимать в своих стенах работы талантливых местных художников. Но чтобы открыть персональную выставку, необходимо пройти долгий путь. Художники, многие хотят выставиться, но перед тем, как попасть в художественный музей, молодому художнику необходимо сначала поучаствовать в выставках. Это выставка «Точка росы», «Молодежь Заполярья». «Заполярье» у нас ежегодно проходит выставка «Заполярье молодых художников». Да? То есть обязательно должен поучаствовать в выставке «Заполярье». Это как отправная точка для персональной выставки. В экспозиции представлено более 25 работ, которые созданы в последние 2 года. Увидеть их можно до 11 декабря.